Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон». Меня зовут Алексей Крыловецкий, и я сегодня расскажу вам об очень небольшом объеме работ, который способен сделать практически любой автомобиль более привлекательным. Ну, а главное, нам удалось в этом автомобиле выполнить такой набор, который можно назвать законченным. Почему, вы узнаете прямо сейчас. Владелец попросил нас перешить руль, подушку руля, заднюю часть руля, а также пластиковый кожух руля и даже небольшую юбочку, которая, ну, скажем так, прикрывает внутренности при движении рулевой колонки вверх-вниз, в такую же светлую кожу. Нам удалось это сделать. Мы нашли кожу, которая называется Mercedes Porcelain, и эта кожа была применена в отделке руля и всех остальных деталей. Мы применили оборудование, которое также является, ну, достаточно узкоспециализированным. Это так называемая двоильная машина. Она позволяет истончать кожу буквально до толщины листа бумаги. При этом внешний вид снаружи никаким образом не меняется. Но именно истончение кожи по всей поверхности, не только по краю, а по всей ширине куска кожи, шириной до 48 сантиметров мы можем истончать, позволяет натянуть эту кожу на сложные поверхности и даже с учетом небольших зазоров выполнить качественную перетяжку. Ну а получилось ли у нас сочетание и действительно ли теперь автомобиль выглядит более законченно, узнаем из ваших комментариев. Надеюсь, вы выскажете свое мнение, что вы думаете по поводу светлых рулей и светлого цвета нитки. Обязательно комментируем, мы будем отвечать на ваши комментарии и постараемся учитывать ваше мнение при выполнении следующих работ и при рекомендации нашим уважаемым клиентам. А я всем желаю удачи, надеюсь, что вы запомнили, где стоит перешивать рули, и, конечно же, следите за нами в ежедневном режиме, подписавшись на наши аккаунты в Instagram, ВКонтакте, Facebook, drive2.ru, кликнув на колокольчик и подписавшись на наш канал на YouTube. Удачи всем, пока! Да, ребят, по скриптум забыл сказать вам о том, что при перетяжке руля мы умеем устанавливать туда подогрев. Особенно актуально, кстати, для владельцев Mercedes всех модификаций. Делаем мы это качественно, в том числе работая с официальными дилерскими центрами. Ну и, конечно же, руль будет нагреваться равномерно со всех сторон. Вот здесь будет ссылочка на плейлист, посвященный этой услуге. Зима уже близко.